Доброго здоровья, коллеги-моделисты, гости канала, подписчики. Поскольку у меня сегодня получается день обзоров Италери, наверное, последний обзор на сегодняшний день. Италери. Набор 6391, масштаб 1.35, танк М60 Blazer в варианте окраски «Буря в пустыне». Декаль для четырех вариантов. Коробка очень большая, поэтому расположил немножко камеру по-другому. Длина готовой модели 19,7. Без длины ствола указано. Здесь варианты окраски. Здесь тоже. Модель 2013 года. Если мне память не изменяет, да. Вот тоже варианты окраски. Ну что, открываем. Что тянуть время? Время — это то, чего у нас всегда не хватает. Вот так вот закреплю. И вперед. Открываем коробочку. Не очень люблю в последнее время БТТ, но товарищ закрывал магазин, и поэтому с большой достаточно скидкой это все отдал. Так, два. Извините. Два пакетика. А деталей много. Траки, похоже, наборные. Коробку убираем. Ну, типовая инструкция Италери. Кто смотрел предыдущие обзоры, уже знает. Нет. Портянка обыкновенная, газетная, хорошая бумага. Качество... Да пропечатано все, все читаемо. 1, 2, 3, 4 литника плюс сама ванна, так называемая. А, и вот еще литник на следующей странице. Подвеска-то более-менее действующая, похоже. Каждая проклеивается. Я тогда взял несколько моделей с разными вариантами гусениц. Виниловые, наборные. Здесь вот. Ну, инструкция как инструкция. Качество нормальное. Если нет ошибок в надписях, то проблем не должно быть. Конечно, не для новичка, но так. И варианты окраски. Версия 1, 2, 3 и 4. Это все один и тот же, похоже, танк, но в разное время. Убираем инструкцию. А нет, еще забыли. Декаль. Ну, как обычно у Италери, декаль — это несколько каких-то символичных закорючек, крючков и цифры. Ну, военная техника. Это ж военная техника. Убираем. А вот здесь придется аккуратно, чтобы ничего не поломать. Вскрыть. Что-то я... Литники большие. Задеваю руками штатив. Вот палочка торчит. В этом пакетике... Ёлки-палки. Что-то растерялось. И, кстати, это детали. Ну, надеюсь, потом найдется. Вот как минимум одна деталь нашлась. Так. Ножовка, не падаем. Так. Вот это... Я не знаю, если это не облой, то что-то как-то мне блейзер с кусочками пришел. Ладно, давайте смотреть. Там дальше разберемся. Первый литник получился траки. Даже не траки, практически собранные гусеницы. Облоя нет. Потерянных деталей здесь не вижу. Значит, это не отсюда. Качество более-менее. Если отвалилось, то не отсюда.
А вот, кажется, я и нашел. Вот эти две детали. Так, перевернуть его надо. Вот эти две детали похожи вот отсюда. Примерно по размеру. Поломался. Это не есть хорошо. А, кстати, где-то еще одна деталь, значит, должна быть. Потеряно 2, 3, 4 детали. Я пока нашел только 3. Ну, обзор закончу. Буду искать, где тут на полу. По каким щелям закатилось. А так, качество вполне. Не найду. Похоже, вот вторую вот такую. Но если что, жизнь заставит. Придется самому такую вот деталь делать. Конечно, не люблю я вот такие ухищрения из пластика, но выбора не будет. Качество нормальное. Единственный недостаток, что... Ну, понятно. Здесь как раз литник выступает, и от него-то как раз детали отвалились. Так, торсионы на этом литнике были. Здесь... Да что ж ты, дорогая моя, падаешь-то все. И еще одна деталь отвалилась. А похоже, мне искать ничего не придется. Вот это и есть четвертая деталь. Потом по схеме посмотрю, которая отвалилась. Потому что здесь, вот сами видите, ствол какой серьезный. Здесь я не вижу, чтобы были потеряны детали. Все на месте. Качество хорошее. Вот даже вот попытаться показать вам. Не хочет показывать. Отверстие никак не могу газоотводящее показать на пулемете. Ну, не срослось. Ну, хорошее качество, хорошее. То, что отвалилось, ладно. Главное, что ничего не потерялось. Следующий пакет буду вскрывать аккуратнее. Опыт уже есть. Берем следующий пакет. А что-то он как-то вон по ломатушке. Или здесь большие детали даны отдельно. Открываем. Вынимаем. А вот здравствуйте, еще одна деталь. Это похоже из того же пакета. Вот она. 5 деталей отвалилось. Значит, или я еще один литник не увидел поломанный. Или где-то надо будет... Ну, хулиганы. Ну, конкретно хулиганы. Так, убираем вот это пока сюда. Вот. Так, литник. А это что? А это еще. Здесь тоже отвалился. Вот это вот отсюда. Вот. Ну, уберем, чтобы не мешалось, потом не путаться. Так-то литье нормальное. Да, сглазил насчет нормального литья. Вот тут вот есть такой огромный косяк какой-то, вот он. Ну да ладно. Поработаем, пошкурим. Облой, товарищи, облой. Но это не страшно. Главное, что не потерялись детальки. Элементы ходовой. Кстати, а вот элементы ходовой, кстати, вполне прилично. Ну, пытаюсь я вам показать болтики прорисованные. Ладно, вполне... Вот здесь вот какая-то еще деталь была. Какая-то, по-моему, большая. Вот здесь вот. Не может же вот этот литник просто так вот здесь заканчиваться и здесь. Будем искать. Ладно. Вот это немножко, конечно, огорчило. Вот еще один литник. Верхняя часть танка. Назовем ее крышкой. Детализировано хорошо. Даже что-то намек на цемерит, что ли, здесь какой-то сделаем. Матовая какая-то поверхность. Облоя практически нет. Деталь очень хорошо отлита. Толкатели есть, но их видно не будет. А вот внизу, конечно, толкателей. Ёкарный бабай сколько.
Так что пошкурить-то придется. Пошпаклевать. Ну ничего. Мы же моделисты, а не поросячьи хвосты. Кабина. Тоже с таким имитацией покрытия. Кабина вполне приличная. Здесь вон детали даны. Вполне прилично. Фартук на ствол тоже прорисованный хорошо. Так, уберу пока, чтобы не мешалось. Ванночка-корыточка. Вполне прилично. Пошкурить немножко придется. Но терпимо. Это опять из той же серии. Магазин товарищ закрывал. Я у него с большим запасом себе на будущее набрал. И последний элемент. Вот такая вот сеточка. Видимо, решили не делать вариант фототравления. Такая какая-то капроновая сетка. Ну что ж, вот такая вот модель. Будут вопросы, задавайте, а я, как закончу этот обзор, пойду искать детали и смотреть, чего потерял, чего не потерял. До новой встречи, подписываемся, ставим пальцы вверх. Пока-пока, всем творческих успехов!